Новости маркетплейсов. Велбрюс у нас, как всегда, отличился. Массовый сбой, как утверждают поставщики, о том, что все ключевые запросы слетели. На своих карточках я проверила, такого не увидела, но считаю, это стоит обсудить, и в выпуске на YouTube мы это с вами обсудим. Из приятных моментов: Озон расширяется, и они провели свой Озон форум в Беларуси. Не знаю, как это именно проходило, но если вы там были, пожалуйста, прокомментируйте. Очень интересно, как же все прошло. В любом случае, Озон молодцы, они расширяются, растут и проводят мероприятия теперь не только в России. Что еще у нас Wildberries сделал? Они объявили о том, что запустили специальный искусственный интеллект, который будет проверять и искать контрафакт. А также в личном кабинете всем пришло оповещение о том, что у вас в описаниях использованы чужие бренды. Не делайте так, иначе мы заблокируем вашу карточку. А подробности и другие новости будут в полном выпуске на моем YouTube-канале.